В XIX веке жил один из выдающихся церковных деятелей и богослов, святитель Игнатий Брянчанинов. Выходец из дворянской семьи, блестящего ума и способностей, он был гордостью отца и матери. Его уважали в светских столичных кругах, он был знаком и с Пушкиным, и с Крыловым, и с Добролюбовым. Но вся эта столичная суета утомляла его, ведь он, знающий глубоко многие науки и разбиравшийся в философских учениях, все никак не мог найти решение главнейшего для себя вопроса об истине и смысле жизни. Нашел он их в священных писаниях, стал посещать службы, и там он почувствовал, что именно сие ему духовно близко. А встреча с праведным старцем Леонидом полностью перевернула его жизнь. И он, отрекшись от всего мирского, принял постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиево монастыре. На новом поприще он служил столь же блестяще. Был строителем Пельшемского Лопотова монастыря и был его игуменом. 24 года был настоятелем Сергиевой пустыни и привел ее в совершеннейшее цветение, а после стал епископом Кавказским и Черноморским. Но тяжелая болезнь подкосила святителя, и он ушел на покой, где до самой смерти работал над духовными сочинениями, которые что тогда, что сегодня помогают всем желающим пройти тернистый путь опытного богопознания. Тринадцатое мая. День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.